Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 8 июля, по всей России отмечается праздник святых муромских князей Петра и Февронии. Гуляя в центральном городском парке, мой взгляд привлекла скульптурная композиция Петра и Февронии, которая находится у входа в городской досуговый центр города Батайска. Открытие памятника состоялось 3 ноября 2011 года в городе Батайске. Он был установлен по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия при поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева. Автором бронзовой скульптуры стал Сергей Исаков. Работа над ней длилась около 6 лет. Вес скульптуры составил 2 тонны, а высота вместе с постаментом около 4 метров. Святые Петр и Феврония запечатлены отпускающими в небо голубя, а сверху на молодоженов смотрит ангел, который по замыслу автора будет гарантировать сохранность их брака. Ведь они, согласно преданиям, преодолели сложный путь на пути к счастливой и супружеской жизни. В июле 2015 года здесь впервые был проведен молебен у памятника. Он прошел с чтением акафиста муромским чудотворцем, покровителем семьи и брака. Участие в мероприятии принимало свыше 25 священников Азовского благочиния, а на самой службе присутствовало более 100 граждан православного вероисповедания. Спасибо за внимание.